Чувашском государственном театре юного зрителя прошел концерт, посвященный 250-летию Людвига ван Бетховена. Под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Российской Федерации Мариса Яклашкина. Людвиг ван Бетховен – величайшее явление в мировой музыкальной культуре. Композитор, еще при жизни ставший легендой. Талантливый и целеустремленный. Даже потеряв слух, он продолжал создавать свои гениальные произведения. Бетховен современен и сейчас. Бетховен писал музыку, которая заставляет плакать и смеяться, взлетать ввысь и стремительно падать вниз. Она вдохновляет и окрыляет, дает надежду на то, что в жизни возможно достичь всего, даже самого невероятного. Сила Бетховена в том, что особенно в нынешней обстановке, в нынешнем состоянии в целом нашего государства и в целом мирового сообщества, нам Бетховен способствует. Помогает находить все то, что необходимо для того, чтобы именно отстоять, именно победить, как мы говорим, вот ситуацию нынешнего характера. Чебоксарский наш зритель, он очень приветствует, я могу сказать об этом уверенно, именно классическую музыку, классическое наследие композиторов, венских классиков, романтиков, русских композиторов. И, конечно же, композитор нашей Чувашии. В концерт «Волшебные ноты» Бетховена вошли 5 симфоний великого композитора. В планах симфонического оркестра представить зрителю все 9. Бетховен – это именно мощная такая вот аура, мощный толчок, мощное движение, которое дает любому дирижеру. Он не дает нам успокаиваться. Все вперед, движение вперед. Ольга Алексеева, Юрий Марков, «Республика».